представлено 130 бизнес-концепций, то есть 130 брендов, и 15 регионов. То есть у нас большое количество региональных концепций, которые вырастают и, собственно говоря, используют нашу площадку на вот такой вот серьезный выход на федеральный уровень. ByBrand для меня самая любимая выставка. Я считаю, что если мы хотим продавать продукт, он должен стоять стендом на ByBrand. Мы же все там знаем, именно во франчайзинговом сообществе, что это, ну, это must-have, это для каждой компании ключевая выставка по нашему направлению в России. Мы рады, что мы участвуем на этой выставке. Для нас это первый опыт. Я уверен, что не последний. Поэтому мы видим довольных людей. Это большая возможность для начинающих предпринимателей. Такого плана выставки и вообще сама по себе франшиза – это возможность сделать первый шаг в мир предпринимательства, оценить все риски, посмотреть на реально работающий бизнес. Пришли конкретно люди уже за конкретными разговорами. Они детально что-то изучили и пришли на подписание либо договора, либо уже конкретные переговоры по поводу конкретных площадок. Пришел более качественный, подготовленный контингент. Впечатление хорошее, ажиотаж создаем. То есть и очень много лидов, так называемых, к нам приходят. Наши продажники все время разговаривают со всех концов России и зарубежья. Я каждый год посещаю это мероприятие, потом в этом году видно, что люди уже соскучились по подобным тусовкам. Мы за первый день выставки отработали эффективнее, чем отрабатывали аналогичные дни в допандемийный период. Для людей это, наверное, глоток свежего воздуха после того периода, когда мы находились в изоляции. Регионы разные: Владивосток, Хабаровск, Краснодар, центр России. Мы уже одному партнеру здесь на выставке продали товарный знак. Ну все, то есть у нас она уже не зря. Я уже понимаю, что не зря. Видите, сколько уже у меня материалов. Уже с некоторым даже договорился о личной встрече за, как сказать, за рамками этой выставки. Не зря. Лучше прийти на выставку, поговорить, потратить время, получить дополнительную информацию, принять уже взвешенное решение о том, нужна ему эта франшиза или нет. Есть потенциальный клиент, есть потенциальные люди, которые хотят получить вживую, посмотреть, изучить и пообщаться, и уточнить все вопросы. То есть мы удивлены таким количеством людей. Все хорошо, народу много, маховик снова начал раскручиваться. Люди ходят, ищут свой бизнес, хотят, готовы вкладываться, и энергетика просто сносит. Классная очень программа образовательная. Я с удовольствием послушал очень крутых спикеров от Додо, от Озона. И они рассказывали про очень интересные инструменты, расчета трафика, емкости рынка и так далее. Это очень хорошие инсайты. Выступали франчайзи, франчайзеры, делились своим опытом, что максимально для меня важно на данном этапе. На этой выставке я опять-таки получила невероятный драйв от того, что то, что мы делаем, имеет значение для большого количества людей. То есть вот эти вот предприниматели, которые приезжают из разных регионов, которые тратят деньги на то, чтобы купить билет, тратят деньги на то, чтобы купить билет на выставку, тратят на гостиницу. Да, и потом с такими горящими глазами вылетают отсюда. Это отдельный кайф. Мы будем все время ездить каждую выставку. Однозначно, да. Спасибо большое. Да. Спасибо.